Уже 12 лет подряд Карина Куличкина со своими мальчишками входит в одни и те же двери к своему участковому доктору и любимой медсестре. Имея 40 лет стажа за плечами, медицинская сестра Софик Мартуновна всегда внимательна к своим пациентам с самого рождения. Она проводит патронажи, консультации по уходу за детьми и отслеживает реакции на прививки. Карина признается, что вырастить здоровыми и крепкими трех сыновей она смогла под чутким присмотром Софик Бурнадзе. Софик Мартуновна – это медсестра от Бога. Она действительно работает на своем месте, потому что она постоянно на контакте, постоянно ей можно позвонить. В любое время суток она проконсультирует, запишет к нужному врачу в любой момент, на любое время, которое мне удобно. Этот необыкновенный специалист переживает за каждого маленького пациента и знает подход к любому взрослому. Именно поэтому она набрала максимальное количество голосов в номинации «Сестра милосердия» проекта «Народное признание». Городская клиническая поликлиника номер один может гордиться не только замечательной медсестрой, но и преданной акушеркой. В финал конкурса в номинации «Верность профессии» вышла Розалия Хамидуллина. Ее благодарные пациенты считают эту оценку более чем заслуженной. У Розалии Хабиахметовны большой стаж работы, более 30 лет. Это тоже играет немаловажную роль. И такое большое количество доброжелательных отзывов и знакомых, и родственников именно об этой акушерке хороших. Это что ни есть пример того, какой должен быть специалист. Мама Яны Араповой 30 лет назад наблюдалась у акушерки Розалии Хамидуллиной. И когда встал вопрос выбора специалиста, у девушки не было сомнений. Сейчас она на 22-й неделе беременности в ожидании мальчика. На протяжении этого времени было много волнений и переживаний, признается Яна. Но только под руководством Розалии Хабиахметовны все страхи рассеивались. Этих и других финалистов проекта «Народное признание» наградят за ответственность и добросовестный подход к работе уже в ближайшую пятницу в Сургутской филармонии. Антонина Новикова, Виктория Дрягина, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.